Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как я топлю печку недорогим видом топлива. Для этого понадобится небольшая железная миска. Чтобы миска вошла в печку, ее нужно согнуть. Я не придумал ничего лучшего, как ее смять кувалдой. Миску нужно заполнить золой от печки. В золу нужно налить отработку около 250 грамм. Золу нужно смешать вместе с отработкой. При необходимости отработку нужно добавить и снова перемешать, как я показываю на видео. Должна получиться вот такая масса. В миску посередине нужно установить фитиль, в моем случае картон. Прежде чем я буду топить печку, хочу вам показать. Это титан. Он установлен у меня на даче. Сейчас я согрею воды. Миску вместе с топливом установить в титан. В топку. Фитиль поджечь. Нужно дождаться, пока разгорится топливо. Холодная отработка очень плохо разгорается. Может сложиться впечатление, что она вообще гореть не будет. Сейчас посмотрим наличие дыма. Визуально я вижу, еле-еле идет дымок. Не дымит совершенно. Прошло 15 минут. Все горит. Вышел на полную мощность. Посмотрим наличие дыма. Дым идет, только небольшой, стандартный, не критично. Даже, я бы сказал, бы ничем от дров не отличается. Прошло еще около 30 минут. Все работает. Жар небольшой чувствуется. Никак, конечно же, от дров, но есть. Прошло немного времени. Сейчас я кочергой немного разворошу. Спустя какое-то время отработка выгорела. Я решил добавить отработки. И печка вновь разгорелась. Прошло пару часов. Все еще горит. Надо включить водичку. Горячая с этой стороны у меня. Вот, вода теплая. Можно купаться. Кто еще не успел подписаться на канал, подпишитесь. Впереди ждет очень много интересного. Ролик не забудьте оценить лайком. Всем удачи и пока!